Готовим кетохлеб без глютена. Берем льняные семена 80 грамм, кокосовую стружку 60 грамм и измельчаем все 10 секунд на 10 скорости. Полученную муку убираем в сторонку. Берем 30 грамм сливочного масла, растапливаем 3 минуты при 50 градусах на скорости 1. Добавляем нашу муку, 2 яйца, 50 грамм сметаны, пол чайной ложки соды гасим в 1 чайной ложке уксуса. Добавляем к нашим ингредиентам щепотку соли и перемешиваем все 15 секунд на скорости 5. Полученную смесь заливаем в заранее подготовленную форму, равномерно распределяем и посыпаем по желанию. У меня это семена подсолнечка и кунжута. Выпекаем все при 180 градусах минут 30. Даем остыть нашему хлебу в духовом шкафу. Наш кетохлеб готов. Приятного аппетита!